Итак, давайте дальше продолжим, значит, заготовки делать по собакам. И нужно еще пару заготовок, где собака просто лежит, да, в покое. Допустим, там где-то вдали, где-то на конюшне, где-то в каком-то месте, чтобы ее положить, и как бы для массовки, да? Так, значит, что делаем? Выбираем риг, заходим в постмод, выбираем первый кадр. Вот он, видите, базовый, да, вот он. Так, а остальные, значит, английская А, и все это delete. Сразу, чтобы не запутаться и не удалить какой-то файл, сохраняем файл save as, и это будет, значит, собака лежит. Так. Так, начинаем, наверное, давайте с нулевого кадра. Так, зайдем в Object Mode и закинем add какую-нибудь картинку. Image, Image Plan и, значит, Desktop. Я их тут накачал парочку, да? Вот она. Вот это будет, наверное, нормальная. Так, единица на ампаде R. Делаем S. Тройка на ампаде. Делаем R. Делаем S, раз она такая большущая. И G куда-нибудь на дальний план, чтобы видеть хотя бы, да? Так, N панель. Screen Cascade, чтобы вы увидели, что я буду нажимать. Так, значит что? Она лежит, две задние лапы, одна под голову, одна прямо, да? Ну, сначала давайте сделаем постмод, выберем, значит, наши лапы. Сделаем G. Сделаем R. Перекрутку им пока. И, значит, все это дело G опустим. Так, а ну-ка. G. Так. Еще больше положим. Так, теперь нам нужно перекрутить, значит, таз. Да, давайте перекрутим таз. Так вот, картинка сейчас будет мешаться. Давайте ее уберем подальше куда-нибудь. И опять выберем рик. Значит, зайдем в постмод. И смотрим, так, в какую сторону. Ну, давайте в эту. Перекручиваем тазовую кость, вот эту. Так, теперь выбираем G, ноги, уводим. Я уже показывал, как делать, значит, такую штуку. Это когда, значит, Добермана делал для мультфильма. Так, что у него там, в принципе, так, ничего такого, да? Так, вот эту лапу G подведем. Вот сюда. Чуть-чуть ее вытянем вперед. Вот так вот. Так, теперь, значит, вот эту лапу G подведем сюда. И тут у нас есть косточки. Мы их тоже немножко, а ну-ка, G поподтянем. И вот печалька, что, видите, здесь выкручивается, значит, вот это вот, значит, живот. Так. Тут где-то были косточки. Так, как их отключить? Ладно, сейчас будем искать. Так, вот она, по-моему, одна. Так, а ну-ка, G. Ну да, как бы так бы. И, значит, здесь где-то должна быть еще одна такая косточка. Чтобы их увидеть, наверное, лучше выбрать. Вот она. Цвет не тот подобрал. Так, а ну-ка, R. R. Так. G.
Вот здесь бы, конечно, на живот еще кость добавить, но сейчас обыграем это дело. Так, R доведем. Что там, в принципе, да? Так, R доложим. Не столько прям, чтобы идеал был. Так, где там лапа? Ага, вот эта лапа, она должна перекрывать живот. О, то бишь мы ей закроем вот этот негатив. Вот так вот, да? Перекрутим ее вниз. Так, а ну-ка. Вот так как-то. Доведем задницу до низа. Так. Чуть-чуть ее подтянем. Здесь у нас что такое? А ну-ка, R. Тоже доведем. Возможно, можно сильно не доводить, да? Так, R. Приподнимем. Так, голова. G. Так, теперь R. Так, эта кость поближе сюда, значит. Так, G и R. Докручиваем ее. Так, докладываем ее. И семерка на ампаде сверху. Давайте R чуть покрутим, повертим. А ну-ка, G. Так, ну как бы так бы, да? Так, теперь вот эта лапа R, G. G подтягивается туда. Так, эта косточка что нам даст? Ну, только что объем, да? И значит вот эта кость G заполним. Заднюю как бы часть вот эту. Так. А ну-ка отдельно получится ее подкрутить? Получится. О, хорошо. Как хорошечно. Так. Во. А с задницей не проблема. Мы сейчас задницу сделаем. Так, теперь. Что у нас с ключицами? Ключицы у нас подходят вверх. Вот так вот. И надо их вперед. Так, теперь эта лапа полностью R ложится. И значит G как бы вот сюда уходит ровно. Так, это лапа. Получится ее так убрать? Не получится. Сейчас будем смотреть. Так, а ну-ка, G. А ну-ка, что тут у нас? Так, G. Не получается. R. Так, чуть сюда. Ага. Я, наверное, готов так ее перекрутить. И G подсовываем вот сюда ее. Так. И собачья бошка. Вот эта бошка. G ложится сюда. Перекручивается, значит, побольше. Голова побольше. И, значит,
А ну-ка, G. И закрываем ей челюсть. И вот так вот ложим. Так, теперь что у нас есть? У нас есть собака, которая имеет у нас, значит, вот такую вот нестандартную позу, да? Лопатки, у которых приподняты. Так, можно чуть побольше отвести. Так. А что у нас с этой лапой? Эта лапа у нас не эта, пардоньте, вот G на расслабухе, да? Итак, R там натянута. Тройка на нампаде. Смотрим, чтобы это, ну, как бы лежало на полу. Так, вот еще есть косточка, которой можно регулировать посадку, палатку. Опустим костями вот эту душу ей, позвоночник, да? Ну, в принципе, что, овчарка лежит. Только можно теперь семерка на нампаде R довести тело и довести голову чуть в бок. И развернуть, допустим, голову чуть-чуть побольше. Вот так вот. Раз. Тогда G, лапа, R подкручивается и перекручивается в эту сторону. Вот так вот. G. О. Так, насколько она уж у него должна? Наверное, вот так должна быть. Во. Так, а тут кто еще? Это чего это такое? Вот это вот. А ну-ка, G. А, это лапа, да? Мы ее чуть припрячем, допустим, вот сюда. Вот так раз. Так, и в принципе, что? Нужно перекрутить вот эту вот лапу, вот так, оп. Так. Есть такое дело. Прописываем А и все, поза есть. Давайте ее немножко подкорректируем, значит, где. В Object Mode зайдем, выберем нашего кобеля, выберем шипкей, добавим еще один шипкей, и в принципе видите, что риг нужно, ну, корректировать, что там говорить. Так, заходим в Sculpt Mode и погнали. Включаем тянучку, эластик или вот просто граб. И давайте, значит, все это дело придавать ей как бы нужную нам форму. Так, вот здесь вот подкорректируем. Ногу тоже заполним. Вот таким вот образом. Так, эту ногу можно тоже чуть-чуть поднадуть. Там снизу видно не будет. Так, вот так как-то, да? Так, теперь что у него там по ноге? Так, вот эту ногу побольше. Вот так вот, да? Тут побольше таз. Там вот, чтобы он надутый был. Тут хвост. Так, здесь чуть-чуть бедрышко поменьше. Так, душу собаки побольше. Тут, ну, заполним, да, вот эти пустоты. И сделаем такую вот красоту обтекаемую. Так, оп. Вот так как-то, да? Так, здесь подмышки ему сделаем. Ну, чтобы у него там красиво все было. Надуем немножко ему вот эти вот, как их назвать, лопатки. Так, здесь, наверное, лопатки чуть-чуть поддавим к шее. Так, что у нас по шее? Так, лопатку вот эту
Делаем поменьше. Шею чуть-чуть тут, вот здесь горб побольше надуваем. И вот здесь, где он лежит, вот здесь тоже у нее как бы заполняется, да, там, ну, мышцы у нее там накидываются, какие-то сползают. Шея становится толще. Так, что еще у него тут становится толще? Так, ну и похоже прям собака в стиле этого игрушек 2000-х, да? Такая вот тоже вариант. Прикольно. Так, ну что еще тут можно сделать? Поднадуть тут вот эту. Так, вот эту не надо, а вот эту жопу как бы раз и подправить, да, там чуть-чуть где-то потоньше, где-то чуть, не суть вопроса, тут деформация даже приветствуется, да, ну, вот так как-то раз там, оп. Ну и чуть-чуть морду ей так надуем. Так, надуем. И что у нее присутствует? Так, вот эта часть у нее как бы, ну, текет, да, вниз. Она же на ней лежит. Вот так вот. Оп. Ну, главное тут тоже не накосячить, да? Так, так, здесь челюсть сейчас больше закрою просто. Так, оп. И локоть, вот он. Опа-на. Ну, чтоб красота была, лежит собак. Так, оп. Оп. Так, а ну-ка, тройка на нампаде, и видим, что, ну, в принципе, вот это вот еще можно приподнять. Лапу можно чуть-чуть еще довести. Вот так. Так. И вот здесь мне не нравится. Надо вот эту ногу прям, ну, хорошо туда заложить, да? Так, а ну-ка, получится ее заполнить. Ну, в принципе, что, неплохо. Так, все это дело прописываем на первом кадре. Если нам не надо будет, мы просто раз уберем все, и все будет нормально. Собака не испорченная будет. Так. Итак, вот собака, допустим, лежит, да? Все вот у нее там грудина, душина, тут сено положим, и в принципе там заполнится. Не так будет видно, да? Так, теперь заходим. Выбираем рик, заходим в постмод, ну и надо хвост. А ну-ка, держи. Так, а ну-ка, держи. И чуть-чуть, наверное, его покрутим, повертим тоже. Вот уже раз, хвостом что-то прикроем.
Так, а ну-ка, хвост можно же даже пониже опустить, правильно? Чуть-чуть перекрутить и, в принципе, раз, вот так вот. Так, тут теперь мы его уложим, вот уже какую-то часть мы прикрыли. Так, вот так вот можно его положить. Так, есть такое дело, да? А вот так это вниз. Ну, вот так вот вроде лежит нормально, да, и так вроде лежит нормально. Ну, может, ногу нужно будет еще подкорректировать. Так, ну, она просто лежит. Ну, надо, чтобы какое-то движение она создавала, правильно? Какую-то анимацию ей добавить. Ну, давайте, вот она лежит-лежит. На 18-м она еще лежит. Английская А. И прописка. И уже на 25-м она такая ушами, допустим, вводит, да? Там R, там, как бы вот так раз, и значит у нее же еще есть глаза. И она такая джик, или он туда вот так, хоп. А, и прописка. На 30-м уши. Она выравнивает и что-то услышала. Такая раз. Так, что у нас по глазам? По глазам такая она хуякс, херакс. И прописка. А, и. Так, а ну-ка смоем. Потом на 30-м кадре она берет вот этот собак. И значит, а ну-ка, джи. Поднимает голову, допустим, да? А, и. Даже помедленнее вот так вот, G, до 40. Так, теперь на 50-м она такая, что за фигня, мол, да? А ну-ка, семерка на нампаде делаем R. R, так. Хоп. Так. Вот так как-то. R. Открываем пасть. И можно даже еще язык такой выпустить. Так. Дзинь. Оба-на. Оба. Так, чуть-чуть его внутри перекрутить. Так, и что-то он то ли просвечивает, то ли завалился. А ну-ка. А, просвечивает, но. Просвечивает, не провалился. Так, раз. А, и прописка. Смотрим, что получилось. А ну-ка, джи. А, ну да. Так, пойди, потом перекрашиваю его. Так, что еще тут получается?
Так, на 60-м он такой G, не это, вот это вот G, F, бамс, оп. Смотрит типа чего и там оно бывает. Так, а, и значит где-то на 80-м первый кадр, Shift D. Ставим 80, ну 90 можно кадров поставить. И давайте посмотрим, что получилось. По-простенькому опять же. Лежит, лежит, ушами пошевелила. Так, вот здесь уже быстро. Так, давайте это все растянем. Так, раз. Здесь уже быстровато. С. Так, 2 секунды, допустим. Ну вот 160 нормально будет. 160. И задержку нужно сделать на 130-м Shift D. Так, это много. Нет, это Delete. Так, что у нас тут английское? А, получается, вот он поднял голову. Потом раз такой на 120-м, да? Еще немножко ее покрутил, допустим, чтобы больше такого движения больше было. А ну-ка, раз. А, и потом уже, когда он вот это все сделал, вот он ложит голову так раз. Ну вот уже как бы нормально. Вот у него движуха. Так, здесь тоже можно выбрать уши. И вот так вот чуть R вперед. И эту тоже. Раз, R вперед. И так оп. Вместе соединить. Оп. А. И прописка. И пока он вот это будет подниматься, вот видите, у него работает голова. Давайте чуть-чуть задействуем таз. А ну-ка, G. Ну, допустим, там раз он чуть вперед его подтянул, потом хоп, там грудина встала, там раз, там еще какая-то мышца дернулась, там раз, G, лапа дернулась, потом это так, опа, оп, вот так в бок он и отвел, вдруг вставать придется, да, там раз, вот так вот, опа. Ну и вот эта лапа тоже, когда голова движется, пускай немножко G амплитуда пойдет туда. И здесь такой R ключица задействована будет, да? Так, раз. Ну и вот эта ключица тоже пускай. Типа, а ну-ка, G. Так вот. Вперед подойдет. А, И. Так, вот это все. Так, и так, G. Переходим на кадр. И вот видите, уже раз, раз, раз. О, маленькая амплитуда. Нормально. Так, вот здесь вот пасть открыта. Здесь давайте ее уже закроем. Так, раз. Еще больше давайте. Опа. И прописка, и я не попал рядом с кадром, да, G.
Ну вот на дальний план, если где-то она будет лежать, эта овчарка, что? Мимо проходит, вот она лежит. Единственное, что мне что не нравится, вот этот объем вот этой задницы. Ну, в принципе, что, ну, нормально. Так, хвост я не прописал. Так, поправим это дело. Так, а ну-ка. Вот на этом кадре семерка на нампаде. Сейчас я чуть-чуть его доверну. И тогда эта кость будет тянуть ее в эту сторону. Вот так вот. Угу. И тогда вот это тоже. Раз. Р. G. Вот она может еще хвостом тут пошевелить. Сейчас все это сделаем. А, и прописка. Так, выбираем только хвост. И делаем Shift D на этот кадр. Так, вот, вот раз он лежит, тут задержка. Здесь он уводит хвост. И значит так G. Как бы. Опа. А. И. О, пошевелил хвостом. И тут тогда. Что здесь можно сделать? Он когда что-то услышал. Ну тут тоже хвост, в принципе, напрягся, да? Так, а ну-ка. Выбираем у него хвост. И значит, Shift D этот сюда на 30-й кадр. Копируем только хвост. И потом вот этот кадр Shift D копируем где-то на 60-й. Нормально. Расслабуха, все. Он там что-то услышал, хвост трепенулся. Нормально. Так, что еще? Object Mode. Выбираем персонажа. Зайдем давайте в Sculpt Mode. И вот что-то мне вот здесь вот не нравится. Так. Еще добавим один шипкей. Так, вот эту. Опа. Шею, опа, приподнимем. Так, что тут, душа, оп, чуть уменьшится должна. Ляха, ляха, ляха. Вот эта ляха должна быть чуть-чуть поменьше. Вот так раз, и таз чуть-чуть тоже плоский, как бы, вот. Ну, тут же кость тазовая, бедренная. Так, тут вот эта часть чуть-чуть. Сюда, тут чуть-чуть надуто, тут чуть-чуть уходит, там чуть-чуть, и тут чуть-чуть. И уже кое-что получается. Так, грудина тоже чуть поменьше. Так, здесь чуть ее в бок. Так, и вот эту часть хотелось бы прибавить. Как бы так бы, да? Что тут еще? А ну-ка. Чуть-чуть шифтом подгладить. Там чуть-чуть где-то чего-то вытянуть. В принципе, что, да? Зад вроде бы похож. Вот с переходом, с этим изгибом. Так, чуть-чуть пониже. Та-да-да-да-да. Так,
Что у нас тут по грудине? Ну, грудину можно тоже чуть-чуть уменьшить. Бицуха, все, лапы. Ну, в принципе, единица на нампаде, тройка на нампаде. Вот. Ну, чтобы искривление минимум было, так раз, там что-то приподнять. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Там чуть-чуть надуть. Горбина надувается у нее тут. Здесь, значит, чуть-чуть что-то уходит. Там чуть-чуть тоже, наверное, что-то где-то, да. Вот здесь побольше, наверное, душа должна быть. Ну и прописываем ее тоже. В принципе, нормально, да? Не совсем так страшно, но в принципе пойдет. Так. Если добавить тройка на нампаде Shift A, добавим mesh, добавим план. Сделаем ему так S побольше. Угу. Тройка на нампаде, и зайдем теперь опять же Pose Mode, выберем, допустим, одну лапу G, вторая лапа G, так, душа ложится, так, ключицы двигать можно, так, опа, ну, где-то так, да? Так, она тут, нога возвращается, и где-то на последнем кадре можно даже, так, а ну-ка, наверное, получится так побольше, да? Опа. Ну да. А, и. Ну вот и прописали. Ну, вот так вот вдали для массовки. Где-то в сено, где-то в стог. У нее вид, правда, как в играх 2000-х, начало, конца 90-х, начало 2000-х. Прикольно получилось. Так, заходим в Object Mode. И, значит, Pose Mode. Это кто у нас? Собака лежит. Сейф. Ну, еще одна поза, там уже попроще будет. Давайте сделаем тоже, да? Так. Выберем английскую А. А, не, пардонте, выберем Рик. Зайдем в поз мод, английская А. Сначала, так, пардонте. Сначала, чтобы ничего не испортить, нам нужно удалить вот эти все, значит, эти, как их называют, шипкеи. Так, вот этот шипкей, значит, удаляем на нем. Потом вот этот шипкей, это первый шипкей, на нем тоже удаляем. Так, а что такое? Минус 10, с какого перепуга? А ну-ка. 0. Так. Что-то она. Так, ставим на последней шипке минус. Удаляем его, да? И этот удаляем. И тогда в минус. Так, пробуем. Посмотрим английская А.
Это мы все удаляем, все по кадровке. Delete. Смотрим, в каком состоянии наш персонаж. Нигде ли не повелся, нигде ли не поломался. Нет, все нормально. Тройка на нампаде. Теперь выбираем просто вот эти лапы G. Поджимаем к нашему персонажу. Вот сюда. Как бы так бы. Эти лапы выбираем, просто выводим вперед. Перекручиваем G. И вот эти косточки тоже перекручиваем. Так, ну и что? Выбираем эти управляшки. Выбираем нашу центральную кость. Включаем Move и опускаем все это на землю. Так, значит, R. Так, и что? Так, это у нас значит G. Даже не G, а R. Это R. Так, что у нас тут по плечам? Так, вот эти плечи G повыше. Теперь ага, корпус вложим и тазовую кость. Так, таз мы чуть-чуть перекручиваем G. Вот так ложим. А вот с ногами как быть задними? А ну-ка, G. Так, выбираем одну ногу G. И выбираем вторую ногу G. Выводим вперед. Пробуем R перекрутить. И пробуем, значит, G. Не, вперед я их уже не вытяну. Ну, в принципе, вот так, да? А вот здесь не хватает, значит, косточки. Тройка на нампаде, чтобы вот эту душу положить. Так, теперь вот это, а ну-ка, G, там, хвост. Так, а ну-ка, где эти косточки, которые отвечают за вот эту душу? Вот они, по-моему, а ну-ка, G. Ну да, они уже в другом месте находятся, да? Ага. Ну, та же самая система будет. Так, собака лежит. Лапы чуть поближе. Так, поближе, поближе, поближе. Это тоже поближе. И тогда единица на нампаде. Просто подкорректируем вот эти ключицы. Так, это задние части, да? Ну, тоже пригодятся. Так, вот эту часть отведем. Эту часть отведем. И задницу тоже отведем. Во. Так. И вот столкнулись опять с той же ситуацией, что вот эту нижнюю часть, вот эту, нужно тоже положить. Так, английское А и зайдем опять же в Object Mode, выберем персонажа и придется опять шипкеями, наверное, бомбить. Sculpt Mode, здесь можно F-симметрию поставить. И, допустим, F побольше, чтобы это, ну, помягче было, да? Так, тут побольше. Главное вот эту душу припустить. Вот, раз. И можно даже лапы еще больше натянуть и жопу, ну, как бы больше посадить, да? Так. Так, что у нас тут? Что-то симметрия у меня не работает на этого персонажа. Хотя он по симметрии был сделан. Так, и значит, эту часть приподнимаем, а эту, значит, жопу усаживаем. Так, здесь такая же песня. Вот эту часть приподнимаем. Вот так. А эту часть усаживаем. Можно даже шифтом где-то пройти. Если что-то ломается, не бойтесь. Все это дело потом восстановится.
Ну, анимацию, конечно, вот когда уже бег, подъем, когда делается, нужно ее как-то обыгрывать. Так, тут уже можно придавить. Так, там живот можно. Ну, здесь, короче, можно все припустить. Во. И там как бы. Вот так как бы, да? Ну да. Так, ну а как быть вот с ногами, да? С ногами мы поступим проще. Так, это все прописываем. Опять же, на первом кадре заходим в Object Mode, выбираем персонажа, заходим в Pose Mode и просто выберем тогда вот эти кости G. И вытянем их просто, ну как для виду, да? Что вот, мол, они тут. Их можно еще S как бы надуть, что вот, ну, прям писец, а не лапы, да? Вот так они где-то должны тут быть, наверное. И тогда на keying поставить lock rod scale и прописать. Так, ну вот собака все лежит. Вот она нормально ждет уже какого-то. Ну, допустим, вот она лежит, а потом поступает ей команда, и она начинает бежать, ну как, за лошадьми. Тоже как вариант, значит, да? Так, теперь Object Mode, Sculpt Mode, и вот здесь, наверное, я чуть-чуть еще придавлю. О, а то она что-то сильно большеватая. Ну и перепишем все это дело. Все. Вот такой вариант. Так. Можно еще сделать и анимацию, как она просто дышит там, лежа лает там или еще что-нибудь. Ну, в принципе, тоже пригодится. Файл Save As лежит один, допустим. Так, это где тут? Норм, норм, вайл, лежит, все. Ага, Save As. Итак, что сегодня, значит, получилось? Значит, тут эту площадку я удалю, сейф. Значит, второй вариант. Просто овчарка лежит. Где-то на дальний план будет потом дышать, там что-то головой вертеть. Ну, без разницы, короче. Возможно, даже в будке. Здесь, если будка будет, то нормально. Так, теперь, значит, еще один вариант. Кто не смотрел в начале, да? Тут у нас более так оно интересней. Смотрим. Минус в чем, что да, конечно, вот лежать-то он лежит, но лучше показывать, наверное, вот с этого вот ракурса, вот так. Или вот с этого. Вот. Можно вот с этого тоже. Типа собака смоет, сзади нее сидит какой-то персонаж, а потом кадр переходит, и она уже на лапах, у нее уже походняк, у нее уже лай, у нее уже какие-то события. Так что не обязательно показывать, что, допустим, вот после, как она лежит, и тут она должна встать. Можно просто нормально это все дело смонтировать, обрезать и так далее. Это если в игровой индустрии, то да, да и то там как-то настраиваться, что вот эти все отдельные анимации, они как-то там сами переходы делают. Так что, ну, такая штука. Так, давайте на этот. На главную, да? Где она тут голову нормально держит?
А вот этот ракурс вообще бомбовский, нормально. Вот. И вид снизу, так если его хоп, засобачить. Так вот видите, тут что-то так-то оно все нормально, а вот вид такой, что как будто что-то ненормально. Ну так пойдет. Так, на этом все. Всем пока, до свидания. Будут еще дальше, значит, делаться какие-то заготовки. Буду все это дело показывать. Жаль, что, конечно, длинные ролики многие не хотят смотреть. Ну, кому надо, тот, значит, найдет свою информацию. И спасибо тем, кто смотрит. Ну, как спасибо. Рад, что вы смотрите. И рад, что если что-то пригодится из этих роликов, вы примените. Все, всем пока.